А ты пройдешь в обутках этих? Высохли? Хватит нам поесть, да, с картошкой. Надо бы предпочтанием на дощечку со стола взять. Угу. Без дощечки как-то, ага. Можно отколоть щурки. Толченочка сегодня на завтрак у нас. Толченочка. Лучок, чесночок. Чили. Щука копченая, холодного копчения. Чай с лимоном, хлеб. Такое меню у нас. Да, прибывает орга. Хорошо прибывает. Вон дрова уже плавают. Да. Так мы с тобой выходим на острове. Гляди, со всех сторон вода. Че, садок не возьмем? Нет. А где он? Под водой? Ай, бля. Ну вон эти дрова плавают. А че, садок никак не достать нам, да? Глубоко тут, да? Ё-моё. Но вода вроде это, вроде не так уже поднимается. Вот такое половодье. Что говоришь? Туда обойти можно? А как ты обойдешь? Вон там, вот сейчас я попробую обойти. Да ну это тянется хуйня. Ну вон за той толстой лисиной. Вон за той толстой. Ну сейчас я схожу, да вот тут рядом. Сейчас посмотрим. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих.
из-под воды достали садок, достали, выловили ящик. Вот он. Тоже спасли. Второй ящик тоже выловили, на бугор затащили. И самое главное, вытащили лодку на берег, перевернули и привязали к дереву. Все, теперь можно быть спокойным. Что надо? Бутылку еще. Вот. Мотор увезем в Амнак. А это все здесь оставим. Никуда уже не денется. Тут приманка. О, на медведя. Поплавок из газового баллончика. Это тюрьма для карасей. Где? Подводная. Так, а тут... А что-то эта сварка отлетела от гайки, да? Ну вон от гайки, видишь, сварка отлетела. А ну хорошо. Ну что, поплем? Рыбачить? Да. Ну я понягу взял. Лодка, вон она. А твоя поняга где? Она на озере, наверное? Нет. Тут, наверное, в лодке где-то. Да, речка бушует. Ну, арга это не зея, по зее там вообще жуть. Зея вообще, она быстрая река. Поднимается быстро, быстро падает. Арга медленно поднимается, медленно падает. Вот затопило вчера, вот ходили здесь. Все. Бревно он торчало сильно. А сейчас уже он по торец водой залило. Это сантиметров 30 еще вода за ночь поднялась. Ну что, Дитоль, я побежал, наверное, да? Ну, пойду потихоньку, ага. Лодку привязали на две веревки. Все как положено. Ну, пойдем опять тропой испытаний. Вот. Поняга. Корешок. Ну, гусяра. Далеко. Видишь, мелкая трава. Ну, проверим, узнаем. Вот дядь Толя, 85 лет, хреначит на веслах, как спортсмен. Так что, равняйтесь. Вот, ловите, хорошие, шоколики.
Вода карасей, говорит, вот сколько наловили. Не подымешь, Миша. Не, не подымет. Сегодня будем по-якутски жарить. Не знаю, обрадуемся или исплюемся. Вот так. Полный мешок, бля. Из-под лодки мешок. Вот из-под этой лодки мешок. Да, из-под этой лодки мешок. Полный карасей, бля. Вот на этом озере, кроме дяди Толи, никто не рыбачит. Он сам его разведал, тропу к нему натоптал через тайгу. Тропа такая, там то по болоту идешь, проваливаешься, то как. Это все карасей вытаскивать надо. А здесь в бассейне Арги, таких озер, тысячи, где никто никогда не рыбачил. Вообще никто никогда не рыбачил. Может там раз там в 10 лет... Кто-то это, вон туда, вон, давай, вон твой посох торчит. Так что, когда никто не рыбачит, карась начинает вырождаться. Ему кормовой базы нету. Карась становится мелким, на мумию похожим от голода. Голова большая, а сам клином. Ну, мелкий и такой костлявый, одни кости, короче, голодающий карась. Вот сейчас маленько здесь... Подловили, карасю будет что жрать. Будет он крупный. Вот такая вот экология. Как ни странно, да? Вот. Воды прибыло в озере. Сейчас будем все это дело мы таскать. Так. Иди, тащи садок. Садок тащи. А, сейчас притащу, ага. Садок. Ну ладно, ребят, некогда, в общем, язык чесать. Побежал я. Титоли тут командует, а я бегаю. Ветер, что ли, отдувает? Дай грелёвку. Лодка рыбацкая, вся в чешуе. Это карасёва тюрьма. Дядь Толя меня в путь дорогу собирает. Ты без палочки ходишь? Да. Я пока могу. Карасей потащим. В другой садок. Но это маленькая часть. Придется несколько ходок делать. Но сейчас нам это... У нас идея такая, пообедать бы пора. Вот встали мы сегодня 4:30. Да, дядь Толь, 4:30? И вот с 4:30 мы... Суетимся. Без дела вообще не сидели, ни минуты. Ладно, Дитоль, я попер. Притащил часть улова. Поедем сейчас в садок, выпустим их, чтобы живые были. Вон сколько карасиков. Так карасики вообще зачетные.
Классные карасики. О как. Вот когда уходим от лодки надолго, Виктория ее на две веревки привязывает. Два разных деревья. Вот одна, вот вторая. Береженого говорит, Бог бережет. Приехали только что с рыбалки на обед. Маленько припозднились, что удивительно. Голодные, как собаки. Сейчас все съедим, что тут есть. Суп поставили греться. Там у нас где-то в углу толчонка еще есть. Ее на второе поедим. Щуку будем копченую? Не буду пить охоту. Не будем, щуку вечером будем копченую. Вот у нас сейчас будет суп здесь налитый. Здесь у нас зебра на сладкое лежит. Там печень и икра, короче, ментая. Лук, чеснок, хлеб. Ой, сейчас намазываю. Чили. Берем. В общем, вот. Там варенье, чай. Все, что хочешь. Тут Дитория беспорядки наводит. Сейчас что-то достанет сейчас. О, консерву достал. Ну это точно мы проголодались. Да кого мы, блин, на ногах с полпятого утра топчемся? Открываем вот эту хуйню. Ну давай откроем, попробуем. Сейчас голодный, что хочешь, откроем. Вон, даже печку не стали затоплять. Вон у нас Газпром, блин. Мечты сбываются. Ну вот. Окошко от Новатура. Тут только консерва. Значит, это... А у меня квадратный ящик. Тут. Какая? Да, это... Лечение. Что-то. А, ну, успеем еще съесть. У нас завтра еще день, послезавтра еще. Ой. Ай, приятно сесть-то, да жопу прижать-то. Это мы с тобой с полпятого и не садились, считай, нифига. Вот как позавтракали, так и не садились. Ну вот, ребята. Короче, будем мы пищу принимать. Кушать хочется. Все съедим сейчас, все, ничего не останется. Термос забыли, ага. Мы бы не поехали сюда, если бы чай был. А чай варить некогда. С термоса. Сколько время? Время без 15, наверное, где-то. Ну сейчас я тебе точно скажу, сейчас залезу в карман, сейчас запись выключу. Вот, лимон тоже съедим. Сегодня здесь то ли решили ужин такой себе устроить, жареных карасей. 4 карасика мы традиционно пожарим, а 2 карасей попробуем по-якутски. А то якуты говорят, что мы не умеем карасей есть. Попробуем и по ихнему рецепту, что получится, и расскажем свои ощущения. Так, чешую я сниму обычной ложкой. Разделывать карасей буду по животу. Редкий случай, когда по животу разделываю. Это на жареху. Ладно, поехали. Процедура, в общем, вообще простая. Можно пальцами вот тут поддевать и снимать чешую. Можно ложкой. Ложкой, но как-то это безопасней. Берем карася. Берем обычную ложку. Вот и с хвоста начинаем. Классно? Ложка нам еще пригодится. Это не все, что она может. Да, ей можно кушать. И броню выдрали. Ну да, да. Икру пожарим. И колтыки.
Колтыки сварим и пожарим, да? Да. Ну, сделаем, ага. Сделаем. Карасиков присолили. Лежат, готовятся к пожарке. Да. Вот и готово. Толченочка, карасики жареные. Там еще по-якутски жарятся. Будем пробовать. Лучок, чесночок, хлебушек, чили. Ну, сейчас будем дегустировать. Хотя что их дегустировать? Караси да караси жареные.